Здравствуйте, меня зовут Виталий, актер театра и кино. Рост мой 2 метра. Силен, красив, молод. Играл в театре малом драматическом. Роли разного жанра, характерные, героя отца. Сейчас в театре не работаю. Хотел бы уделить больше времени съемкам фильмов. Живу на 2 города. Мобилен, подвижен. Могу остановиться в Москве, могу остановиться в Петербурге. Бывать на пробах. Что еще сказать? Ну, например, характер. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке. Вот уже 30 лет и 3. Они кричат: за нами право. Они клянут: ты бунтовщик. Ты поднял стяг войны кровавой. На брата брата ты воздвиг. Но вы, что сделали вы с Римом? Вы, консулы, и ты, сенат. Пред вашим гнетом нестерпимым и камни улиц говорят, там неправильный глагол, и пред вашим, не важно. Вот такая вот цитата из замечательных стихов Валерий Брюсов. Занимался конным спортом, в седле сидеть умею, уздечку от стремени отличу. Актер театра и кино Виталий Пичик.